Жительницу Тереньгульского района признали виновной в совершении преступления по статье 105 части 1 УК РФ «Убийство». Не соглашаясь с приговором суда, который назначил ей 6 лет 8 месяцев лишения свободы, женщина подала апелляцию. Свои действия она объяснила как убийство по неосторожности, утверждая, что потерпевший сам наткнулся на нож, а после скончался от полученных травм. По словам обвиняемой, умысла на убийство у нее не было. Данная версия подсудимой опровергалась как показаниями экспертов, которые проводили судебно-медицинское, давали судебно-медицинское заключение, и самими заключениями экспертов. Суд критически отнесся к показаниям подсудимой и, соответственно, признал ее виновной именно в умышленном причинении смерти другому человеку. По данным следствия, мотивом для убийства мог стать конфликт между обвиняемой и ее знакомым во время распития спиртных напитков в лесу. Суд согласился с мнением стороны обвинения о том, что умысел убийства был доказан, а телесные повреждения не могли быть нанесены от того, что потерпевший самостоятельно наткнулся на нож. В результате рассмотрения апелляционной жалобы первоначальный приговор вступил в законную силу. Юлия Руднева, Александр Кудряшов, Управда ТВ.